Ура! Ты, ребята, взяли и погнали. По центру купались. Тоже идет и рыба. Сейчас узнаем, как у них улов. Четыре черепашки. Две змеи. Первый раз пробую пацифлору. У них очень красивые цветочки. Смотрите, вкусное молоко. Да потому что козы апельсины едят. Лучший друг на крысе – это зонтик. Александр, мы всегда вовремя успеваем, правда? Голдфиш всегда накрывают. И наливают.